А в Кобринском магазине, как и в любом другом, в очереди на кассе обязательно есть женщина, которая заводится с полоборота. Женщина, вы помидорчики взвесили? Что? Я вам говорю, женщина, пройдите в зал, взвесьте помидорчики и становитесь в конец очереди. Да это же невозможно, каждый раз одно и то же, и семи кассы, только одна работает очередь, километр стоит. Я вам не малолетка, чтобы с вами цацкаться, развалю чертям ваш магазин. Ты чего разоралась? Ой, вы, бабулька, уже не лезьте. А ты мне вот, я сейчас как вот Сталина на вас. Короче, повезло тебе, малолетка. Чё-то у меня сегодня мотор барахлит.